Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В эфире новости в студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На улице Красноармейской в Кирове построили многофункциональную спортплощадку. Территория движения «Жизнь» появилась в рамках ППМИ. Она находится в районе дома номер 28 по улице Красноармейской. Пространство в 200 квадратных метров представляет собой огражденное универсальное поле для игры в футбол, волейбол, стритбол, баскетбол и для занятий другими видами спортивных и подвижных игр. Общая стоимость проекта – более 2 миллионов рублей. Площадка, как рассказывают инициаторы, уже пользуется большой популярностью, поэтому было решено проводить там регулярные спортивные мастер-классы. Уже 10 домов культуры отремонтированы в этом году в рамках проекта «Культура малой родины». Среди них ДК в Белой Холунице, Лузе, Опарино, Посегово, Ильинском и другие. Всего будет реализовано 18 проектов по модернизации материально-технической базы и 6 проектов по выполнению текущего ремонта. Проект «Культура малой родины» существует уже 7 лет. Все это время региональным координатором является депутат Госдумы Рахим Азимов. Совместно с Министерством культуры Кировской области, общественниками на постоянной основе идет контроль за соблюдением сроков и эффективностью расходования бюджетных средств. В настоящий момент, отметили представители власти и общественники, работы идут без нарушения сроков. От качества и соблюдения сроков зависит сумма субсидий из федерального бюджета на следующий год, подчеркивает Рахим Азимов. Отмечу, что также учреждения культуры в регионе ремонтируют за счет бюджетных средств, которые удается привлекать депутату. В этом году сумма уже составила более 2,5 миллиона рублей. В эфире «Экономика». Кировские поклонники Юрия Шатунова вновь соберутся на вечер его памяти. Он состоится 20 июня у Кировского цирка. К 19 часам туда приглашают приходить всех желающих, чтобы вместе исполнить «Белые розы», «Седую ночь» и другие известные песни Юрия Шатунова. Год назад в Кирове уже проходил такой вечер. Организует его гармонист Андрей Чешуин. Он отметил, что все цветы, свечи и игрушки, которые кировчане принесут на мероприятие, он лично доставит на могилу исполнителя. Певец и бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня от острой сердечной недостаточности. На этом все. Новости читала Мария Кожевникова. Программа «Экономика».